что он прям агрессивный. Тут пару ног. Как будто бы некую страх скрывает вот. Вот это прикрывает агрессию. Ну, блин, потенциальный, к сожалению, потенциальный, возможно, быть извращение, что опасно. При такой, прикинь, силе, да, вот как человек, если понесет на темную сторону. Вот он танцует, ну забавно. Резкий. Вот хорошо, да, интересно, вот он сейчас происходит действие. В какой-то момент. Но иногда, как говорится, ты не доигрываешь, а ты переигрываешь. Корпус расстреливал. Давай, чей-нибудь. Ёх ты! Видишь, этого... Прокатило. Тайчи включил, да, энергию. И сразу... Ну, красиво получилось. Интересно, да. Вот так бы играл бы, понимаешь, это было бы забавно. Ну, интересно. Да. Вот это интересно, смотрите, все четко. Ну, почему-то, мне кажется, до первого раунда полетал. А другой, когда он в первый раз бился, он тоже продержался? Сколько там, не до конца боя, или он его это... А я плохо помню этот бой, я... По-моему, там был нокаут быстрый в первом раунде. Да, в первом же раунде. Это молодец, пухляш. Выдержал. Бам, блин. Потому что, знаешь, как это... Вот этой игрой некий ступор мозговой. Смотрел он ладонью, а потом кулаком. Опа. Проверяет его он так. Давай, говори, блядь. Да. Там он бы стойку поменяли по ринку, там, похуй. Опа, ага. Отыграл, да, хорошо, молодец, молодец. Ему сказали, проверь его, а потом поиграй. Я так думаю, ему порекомендую. Эх ты, блядь, доигрался в натуре, ебать! Это да. Хуя себе, блядь! Вот это ты да. Доиграл! Ебать, он его убил просто, блядь! Хуя себе! Ты, говорит, переигрываешь, а ты в натуре, блядь, а ты не доигрываешь. Это он ему... Вот это... Наказал, ну, блядь. Просто. Ебануться, блядь. Охуеть. Да, ну, говорит, значит, я же сказал. Не особо-то я отыграл в тот момент. Нет. Там, да, там по-разному. Он
Вот он его, блядь, он похлопал ему даже, ты прикинь, он ему, блядь, натуре поаплодировал. Бам! Смотри просто. Поймал его, блядь. Вот руки перекрыл, видишь, тырк-фырк, все. Да. На, блядь. А это со злобы с такой, потому что, хули, на... эх, ты аж, блядь, по тарелочке нам закрутил, блядь, бублика. Сейчас он похлопает ему. Серый, сегодня возьмешь камеру, на интернет выложишь. А тебе завтра нужна будет? А мы завтра увидимся? Ты выходной? Выходной. Ну, вообще заебись. Просто на компьютер выгрузишь и все. Не форматируй, ничего. Помнишь, как выгружается? Да. С папки там подключаешь. Ты что такое, слышишь? Топ-дог, Винк. На, телефон. Ешкин-матрешкин. Нет. Нет? Ничего не выгрузилось. Тогда это у них, значит, ждем. Охуеть. Твою... Паша будет биться в этом сегодня? Паша на РТВ будет биться. Ну, в этом же схватке. Вот в этом же турнире. Все. А погоди, а мы этот не будут то, что по НТВ будут показывать? Здесь не покажешь по Винку? Серьезно? Блин. Это будет перископ на трансляцию. Я не знаю, может быть, здесь они ссылку оставят, чтобы перейти на РТВ, потому что РНТВ и другие всякие вот эти вот каналы, их они трансляции блокируют свои. А коль уж идет вот такой прямой эфир. Слышал, он его не убил. Вообще, бля, ну он ему, конечно, да, этот. Ебать. Вот и мастерство, понимаешь, вот и. Вот. Просто что интересное, да? Это говорит, что ты истеришь, а что я могу истерить? Самонадеянность, блядь. Вы понимаешь, в чем штука? Самонадеянность. Излишняя. Охуеть, блядь. А этого он допек его, да? Базаров нет. Это, конечно, в ахуе был, блядь. Ему шанс такой предоставился, да? Реально ему шанс, когда... пришел в себя. Каратист, парня, видать, в прошлом. Или просто уважение. Да ну соберись, хули. Че переживать? Все живой. А кто этот тип? Он его брат, друг, батя, кто он ему? Просто они даже не соотносятся по народным признакам. Это просто, может, фанат, поклонник. Ну, всякое же бывает. Может, это его учитель там. Всякое бывает. Данил его спрашивает. Братух, ты как? Где Паша? А где Паша? А, Паша уехал на РНТВ. То есть они РНТВ не все не будут? РНТВ тоже? Нет, по идее, вот так. Значок есть. Продолжится. Ага. Ну как, они же не будут переходить на другую площадку. Ну да, интересно просто. А где Паша? В раздевалке где-нибудь, готовится, наверное. Возможно. Я не знаю, вообще могут они смотреть, выходить, смотреть бои до своих? Там, наверное, телек висит у них. Они же понимать должны, а что висит телевизор, вышел, посмотрел. Или там у них в общем раздевалке, или как у них договор. Да! Да, вот так. А хули? И он, наверное, думает, нахуй я повелся, да, и мне сказали поиграть. Он ищет кого-то на глазами. Смотри, прям разыскивает, блядь. Любовь, все, волнение. Охуеть, блядь. Пусть она впечатлеет.
Большое спасибо, кто присутствует. Большое спасибо организаторам. Мне, скажу так, если можно чуть подольше поговорить. Мне говорили, Гитлер, сказали другие организации по поводу того, что после того, как получилось. Я говорю, нет, я хочу быть именно на топ-доке. Потому что эта организация, это настоящий спорт. Вот здесь есть мужское и нет никакой, знаете, рекламы или двуличия, наигранности. Этого нет. Поэтому я хочу быть здесь. Я заберу свое. Спасибо, вклад. Спасибо, Ратур, спортзал, Новатор, Мультирик и клуб Федерация. Всем привет, мои родители и мои сестренки. Я очень сильно вас люблю. Спасибо. Всем от тебя. Ты сказал, что заберет свое. Мы заберили начало. Подарок от нашего генерального спонсора Алипэк в самом удобном приложении. Бойцы Ханов! Герой сегодняшнего вечера. Итак, друзья, смотрим повторы этого яркого, драматичного боя. Посмотрите, вы уже забыли за этим нокаутом, что в первом нокауте был нокдаун. Жесточайший нокдаун, после которого Максим стоит. По нашим ощущениям, вместе с Ромой мы пришли к единогласному мнению, что шансов не так уж и много у Максима. И вот что я хотел сказать, когда объявляли главное, говорили, что он тренируется один сам. И вот действительно он нужен сам. Что я могу пожелать Владу? Я желаю Владу найти тренера и начать с ним работу. Потому что без взгляда со стороны, будто он не получится. Теперь, несмотря ни на что и ни на кого, состоится первый поединок. Противостояние ТОК-ТОК Россия, Махач, Украина. И откроет цикл этих незабываемых встреч настоящий композитор музыки удара Евгений Шабан. Еще раз.